Добра ночь. Машечка, брата, на всю голову. Чё, поворотами не пользуюсь? Не работа у вас левый поворот? Чего левый поворот не работает? Не знаю, отъезжали от края бочек, у нас кармашка заездного поворотника. Не работает. Работает? Так ничего не пользуетесь? Не работает, говорю. Не работает? Нет. Не справа поворот? То да. Надо руками показывать. Показываю. Ты, я не показывали отъезжали. Чего, показываю? Когда отъезжали, не включали поворот. Я поворот не включал, говорю. Ну, почему? Ну, говорю, не работает. Не работает? Да. Левый поворот не работает? Нет. Регистрация на транспортном средстве. Зачем? Ну, у вас же не работает поворот. И что? Техническая неисправность транспортного средства. И что? Ну, так что, я должен включать поворот? Поворот, конечно, обязан. В момент трогания, в момент остановки, в регистрации обязан включать. Я не должен включать. Поворот обязан. Обязан указывать. Что? Я говорю, обязан указывать поворот. У вас же тумблер не показывать, а включать, а то включать поворот. Я говорю, я могу указывать. Конечно. Ну. А чего вы взяли, что я не указывал? Вы же говорите, у вас неисправно транспорт. Ну а если поворот не работает, я же не могу указать или что? Рукой. Ну. Ну, вы рукой не указываете. С чего вы взяли? Я вам говорю. То, что ваш транспорт за рукой не выглядывал. А на чье усмотрение благовременность определяется? Что говорите? Рукой должен заблаговременно указать. Да, и убирать это как после того, как он чуть поворачивает. После чего? Что? А чем мне поворачивать? Ну, одной рукой? Ну, отъезжая. Одной рукой? Что? Одной рукой? Одной. То есть одной. Ну, у вас же две руки. Ну и что? Ну, я указал и тронулся. В чем проблема? Заблаговременно там написано на усмотрение водителя. Я сделал на усмотрение водителя, не на ваше усмотрение. Заблаговременно? Да. Трогаясь края обочины заблаговременно? Конечно, а чего нет? Включите поворот или показать другой поворот и после этого ехать. Вы же сами объясняете, что у вас неисправный поворот. Что водительское, пожалуйста, ездите, если почему вы ездите нет. На неисправный транспорт автобусе? Хочу, езжу. Значит, ездите? Конечно. А что, нельзя? Нет. С чего нельзя? Это же не мы, это правило такое же убежение. Четко прописано. Так что будем делать? Водительство, здесь. Зачем? Для чего? Пункта 2, 4. Да для чего они вам нужны? Там на законных подставах. Так я вам законы подставы. Давайте тогда причина остановки. Что вы говорите? Тогда давайте с самого начала. Я вам сказал. Вот часть 2, 31 и 35 статью. Я вам уже сказал причину остановки. Вы мне часть... Во время вы должны говорить не причину остановки. Что вы говорите? Вы должны говорить не причину остановки сначала. Я вам представился. Вы представились. Вы должны сказать 31-ю часть 2-ю. 31-ю часть 2-ю. Конечно. Почему? Причина это 35-я. 31-ю часть 2-ю, потом 35-ю. Идите, почитайте, скажете. А вы меня снизился, у вас работает? Нет. Нет? Нет. Можете, пожалуйста, показать мне, что вам нужно? Что еще показать вам? Больше что ничего? Удостоверение можно ваше? Можно. Давайте. Пожалуйста. Ткаченко Дмитрий Александрович. И ваше, пожалуйста. Кнопочку нажмите, пожалуйста. Что вам еще нажать? Пока Пашечка Алексей Викторович. Идите. Слышите меня? Что вы хотите от меня? Нажмите, пожалуйста. А что еще нажать? На курок не нажать вам, нет? Что вам яйца отстрелило? Есть у вас на курок? Я обязан это делать или что? Вы говорите, не работаете. Я говорю, я обязан это делать? Да. Согласно чего? Я вас прошу. Я отказываю вашу просьбу. Дальше. Все, что вы просите, я сразу отказываю. Будете дома просить. Хорошо, потом водительская просто регистрация такого поиска. Я сказал еще раз. 31-я часть 2-ю. Говорите мне. Что? Ну так почитайте, пойдите, а потом подойдите и скажете. Вы почитали уже? Я все знаю. Мне читать не надо. Все знать невозможно. Да вы что? Да. Что касается вашей деятельности, все знаю. Вы сотрудник с нашей деятельности. Мне кажется, вы в Приусе мозги потеряли, Ткаченко. Вы же пойдете, поищите. Чуть-чуть попозже, с вами пообщаюсь, может, наберусь немножко. Вообще, вы должны стоять и молчать, вы знаете? И прикрывать вашего коллегу, чтобы не получилось так, как в Днепре. Если вы не соображаете, если честно. Ко мне подошел вот сотрудник, он должен рассматривать дело. Вы должны, ваше дело, прикрывать зад, знаете? Не чтобы он не отошел назад, и чтобы никто не въехал в зад, знаете такое?
Нет, я такого не знаю. Ну, а какого хрена вы? Вы меня останавливали? Вы лично? Да, я вам про это говорить не говорил. Тогда чего вы ко мне подошли? Чего вы ко мне? Это имеет значение. Большое. Вы вдвоем будете дело рассматривать? Ну, что до дела даже не дошло. Еще до этого не дошло. Ну, так один должен общаться с водителем, другой прикрывать. Вы знаете это? Согласно чего? Нет, прописи. Вы не знаете, согласно чего? Ну, тогда вы не знаете. Ну, этого нету или что? Водитель. Этого нету или что, вы мне скажите? Если вы служите на полиции, вы обязаны включить аккредитацию? Ну, допустим, обязан. Что то, что? Допустим? Ну, допустим, вы обязан. Знаете. Вы сказали, что вы все знаете. А вы должны разрешение возить с собой на спецсигнал? Должны. Они у вас есть? А вы можете его проверить? Да. На основании чего? Гражданского контроля. Гражданского контроля? Нет, так да. Почему это? Так правильно, на основании... Закон о национальной безопасности, посмотрите, пожалуйста. Немножко не так. Ой, да вы что? Не тот закон. Не чего? Основ... Не... А чего? Он уже вышел из силы о гражданском контроле. И включен в нацбезопасность, чтобы понял. Что написано? Ой, это что, да может ты не соображаешь? Право. Слушай, Ткаченко, пожалуйста, не общайся. Ну блин, ты малограмотный вообще, я же тебе говорю. Я тебе секрет открою, ты не целый. Я говорю, пойди найди там часть мозга. Что значит не целый? Половина? Я говорю, да, мозги потерял в приусе. Ну ничего, чи я не найду. Приус, я в него еще сяду за смену. Так вот, можешь потом раз подойти. Я тебе сказал, 31-ю часть 2-ю назовешь мне, я показываю документы. Закон гражданской защиты. Закон Украины о нацполиции. Часть 2-я, статьи 31-я. Вы должны сразу сказать. Что? Ну, я это знаю, вы должны это мне сказать. Разъяснение вашего руководства. Что? Разъяснение вашего руководства, что вы должны говорить. Статьи 32? Первой. Какое разъяснение руководства? О чем вы говорите? Разъяснение вашего руководства, что вы должны говорить водителю. Это тупой Ткаченко, скажи мне. Вам, по-моему, представились. Ну, я еще раз говорю. Вам представились? Я не знаю. Что я не ошибаюсь, знаете? Не Ткаченко. Даже удостоверение не показывает. Ну еще раз, можно посмотреть? Что? Ну не важно, короче. Что? Будете Ткаченко, какая разница? Буду, ну я же говорю, так что вы? Есть говорите или не говорите? Что говорю? Это как жираф, как будто, мне кажется. Если честно. Статья 31, часть 2. Называй мне, потом салас на 35 причине. Экзамен здесь устраивает. Я вам все, что должен. А кто тебе должен устраивать экзамен, я не понял. Вы же пытаетесь. Ну не народ Украины должен устраивать. Вы же пытаетесь. А кто? Твою руку. Руководство или что тебе устраивает экзамен? Мы тебе и будем устраивать. Каждый водитель будет устраивать тебе, понял? Граждане Украины, которые я в частности представляю. Дальше что? Да хоть другой гражданин. И что? Прав нет у гражданина Грузии. Вы знаете, что у нерезидента больше еще прав. Ну вот. Вы тут не можете перед ним вот так стоять. Вы не можете вот так перед ним стоять и вот так с ним разговаривать. С нерезидентом. Ну так почитайте, пожалуйста. Что-что? Вам как-то неуважительно разговаривают. Но я вас прошу выполнить норму закона, вашу профильную статью. Вы ее не знаете даже, что такое статья 31. И сейчас, как, извините, пожалуйста, два барана пытаетесь съехать с этой темы. Вы не знаете, что такое 31? Я пытаюсь. Да и мы сейчас ответим вместе. Я же говорю, вы за спецсигналы съедете? Это у вас спецсигналы на крыше стоят? Спецсигналы. Отлично, отлично, супер. Давайте я обращусь от коллеги, он на вас начнет рассматривать, а вы на меня. А и ответим, я вам... Чего? Что он начнет рассматривать? Спецсигналы без разрешения соответствующего. Составит протокол на вас. А причина? Изымим ваше... Проверки? Я заявление подам. Что у вас хорошо, отсутствует разрешение. Полиция в рассмотр. Тогда, может, вы домой ко мне обратитесь, там документы мои лежат тоже где-то. Ну, вы сейчас не дома. Да и вы сейчас не в управлении. Вы должны быть с разрешениями. И прежде чем вот эту херню включать, вы изначально в этот автомобиль садитесь, уже нарушая правила дорожного движения. В автомобиль я не сажусь. В свой. Вы садитесь, пользуясь вот этим спецсигналом. Гражданский. А специализованный оперативный. И что? Пожалуйста, департамент патрульной полиции. А зачем? Зачем? Так вы дрочите мозги вашему руководству, чтобы разрешение давать. Зачем вы выполняете незаконные, конечно, приказы? Вам же проще, какие незаконные приказы? Контроль, серьезно. Ну вам говорят останавливать вам водителей проще, с помощью этого дерьма? Вам говорят? Же проще инспектору мозги поморозить. А кому еще? Ну правильно. Так все от вас зависит. Берите заявление на увольнение и нахрен вы исполняете незаконные приказы. Не ходите к нам. Нас куда? Меня служба органов полиции устраивает, понимаете? Устраивают? Да. Ну, раз и устраивают, тогда что, да, терпи. Так, а зачем? Терпи, значит, а то, что тебе говорят водители. А я вам жаловался на то, что вы мне говорите или что? Что мне терпеть? Ты говоришь мне идти к руководству. Зачем к руководству, если руководство твое меня не останавливает? Вы как бараны, вам это расхлебывать.
Мы даем запросы, к руководству вашему. Они говорят, в городе Харькове ни на одну Toyota Prius не выдавалось разрешение на спеццианалы. Дальше что? Ну дальше. А вы говорите, что оно есть, обратитесь в управление. Я вам сказал, что оно есть? Да, вы сказали, обращайтесь в управление. С этим вопросом. Ну, это значит, то есть с этим. Так оно отсутствует тогда? Вы знаете, оно есть или нет? Водитель, может с вас начнем? Что? А может с вас? А что с меня? А что не с вас? И вы нарушаете правила дорожного движения. Так можно говорить о многом. И вы, и мы, и так я. Вы не должны в первую очередь. Вы олицетворение порядка должны быть. И область, с которого верно. Пример нужно все брать. Верно. Ну, с каждого брать пример. Ну, хорошо, давайте, начинайте. Я даже за спецсигнал не буду говорить. Начинайте. Вы олицетворение чего? Я говорю, начинайте. Что начинать? Олицетворение законности полиции я пытаюсь всем донести. Квартира была. Да, кража. Вызов не забудьте сразу. А, вы проверяете, вы останавливаетесь с целью выявления или что? В том числе. Вы с кармана выехали подозрительно, мало ли, может, хорошо, что вы трезвый дизер, а может быть не трезвый. Что? Ну, так вы будете дальше, что давайте. Я документы дам, давайте. Рассматривать дело. Да, дело рассматривайте. Ай, петухи. Доброй ночи. Патрульная полиция, сержант Писаренко. Автомобили колющие, режущие, травматическое оружие. Все, пока. Вы что, не переводите? Пока, говорю. Давай, сейчас.